Еще один мурал, созданный к 400-летию Люберец, украсил торец многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. На нем изображена 15-кратная рекордсменка мира по вертолетному спорту Инна Капец. Наша съемочная группа познакомилась с художниками, которые воплотили этот проект в жизнь. Работа над созданием этого мурала началась в середине сентября, и уже сегодня художники наносят последние штрихи. Доводят до совершенства каждую деталь и добавляют краски для более яркого изображения. Несмотря на сложные задачи, они справились с ней на отлично. Постоянно люлька шатается под ногами. Ну и такая работа по подвижности очень высокой требует. Привыкаешь и уже представляешь, находясь вот в какой-то точке, как она будет выглядеть издалека. У меня сестра занимается авиацией, и мне тоже вот в некотором смысле близка вот эта тема. Ну и мне это было очень приятно. Мы участвовали в различных фестивалях в Великом Новгороде, на Валдае. Вот, поэтому периодически сталкиваемся с такой тематикой. Но кроме этого, вообще это наша основная работа получается. Вот, то есть мы художники широкого формата. Вот, но очень приятно, когда вот в летний сезон доводится расписать какие-то большие такие масштабные проекты. Для того, чтобы нарисовать портрет легендарной летчицы, художникам понадобилось более 100 литров фасадной краски и 500 аэрозольных баллончиков. Теперь этот мурал стал еще одной визитной карточкой Люберец. Идеально, молодцы, получаем удовольствие. Очень украсилось. Кто это сделал, кто это придумал, молодцы. Мы за двумя руками. Очень круто, классно и вообще прекрасно выглядит. Очень нравится. Тут, во-первых, контраст такой, вот такие вот оттенки подобраны. Очень хорошо передают ее красоту, внешность, вообще все передает. Красиво, очень здорово. Муралы с изображением великих личностей – еще один подарок жителям Люберец в честь 400-летия города. Торцы домов уже украшают портреты первого космонавта Юрия Гагарина, советских авиаконструкторов Михаила Миля и Николая Камова, а также героя России Михаила Беляева. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.